Praise the Lord, brothers and sisters. Слава Богу, братья и сестры. I was just waiting for brother Artem to come out and break the ice for me. И я просто ждал, пока брат Артем выйдет и разобьет вот этот лед для меня. So I just want to share a testimony that's on my heart. Я хочу поделиться свидетельством, которое на моем сердце. How God changed my life. Как Бог изменил мою жизнь. So about 3-4 years ago. Так что примерно 3-4 лет назад. I used to work with Artem for Marcus, brother Marcus. Я раньше работал с Артемом вместе для брата Маркуса. And as I'm sure a lot of people. Я думаю, как многие люди тоже. We were brought up in a Christian household, but ourselves we weren't Christian. Мы выросли в христианском доме, но мы личные мы не были верующие. And I think to God to this day. И я думаю к Богу до этого дня. That brother Artem was trying to preach God's word to me at work. Благодарю Бога до этого дня, что брат Артем на работе меня проповедовал. And of course, when the devil has a hold of your heart. И конечно, когда дьявол имеет, он имеет, где он может держаться за твое сердце. It's hard as a rock. Оно трудно, оно жестоко, как камень. So of course, he invited me to go to church. Так что, конечно, он меня пригласил в церковь. But unfortunately, the devil. You know, he had his grip on me. Но, к сожалению, дьявол, он захватил меня. Fast forward 3 years of my life. И идем вперед быстро 3 года в моей жизни. There was obviously a lot that happened. Конечно, было много, что произошло. And in one of those events. И в один из тех событий. I enlisted in the army. Я записался в армию. And I had about 2 weeks left before shipping out to basic. И я имел 2 недели перед тем, как я был отправлялся на подготовку. And I went to visit my aunt Luba, well, тетя Люба, in North Carolina. И я поехал до своей тети Любы в Северной Каролине. And of course, I wanted to visit my cousins. I didn't see them in a really long time. И конечно, я хотел увидеть моих родных и близких. Я уже их долгое время не видел. And my cousin Paul. И мой двоюродный брат Паша, он пригласил меня. To movement night. Чтобы смотреть фильм. Movement night. It was. Movement night. Like movie night. Conference. Это была конференция. Ночь движения. Да. And I obviously did not want to go. Я, конечно, не хотел идти. But the Lord, He has His own ways. Но Господь, Он имеет свои пути. And when I got there. И когда я туда пришел. I'm not really sure it was first or second prayer. Я точно не помню, что это была первая или вторая молитва. God touched my heart. Бог прикоснулся моего сердца. And from that rock, и из того камня, it turned into water. Оно стало как вода. And of course, I broke down and wept. И конечно, я полностью broke down and wept. Растаялся полностью и я плакал. And interestingly enough, I didn't give my life to Jesus. И интересно то, что я не отдал свою жизнь Иисусу. I became Christian. Я стал верующий. I read the Bible. I prayed. Я читал Библию, я молился. But I didn't give, like brother Dima said. Но я не отдал, как брат Дима сказал. 100% to God. Ну, брат Роман, 100% Богу. 100% Богу. 100% Богу. And after a while. И после время. I still tried to live the Christian life. Я все равно старался жить вот эту верующую жизнь. I quit drinking, smoking. Я перестал пить и курить. After a while, и после время, I became a leader of a youth group. Я стал лидером в молодежной группе. And thank God, after a while, и я благодарю Бога, что после время, I got baptized. Я принял водное крещение. And 2 weeks after water baptism, и 2 недели после водного крещения, God gave me Holy Spirit. Бог мне дал Духа Святого. And after that, после этого, the Holy Spirit started working in Дух Святой начинал работать во мне. It opened my eyes. Это открыло мои глаза. I started seeing churches and people. Я начал видеть церкви и люди. For who they truly were. На тем они на самом деле были. And after a while, и после время, unfortunately, к сожалению. I moved back to Cleveland, but that's not the part that's unfortunate. Я переселился назад в Кливленд, но это не плохая часть. I strayed away from God. Но я отошел от Бога. And fast forward. И теперь бежим вперед.
A few months ago, пару месяцев назад, I wasn't fully Christian, я не был полностью верующий, but the Holy Spirit started working in me. Но Дух Святой начал работать во мне. And this past previous New Year's, в этом прошлом новом году, we went with friends snowboarding in New York. Мы с друзьями поехали кататься на санках в Нью-Йорке. As a lot of my friends went to a club around New Year's, и многие из моих друзей они пошли в клуб на Новый год. I and my other friends stayed back in the hotel. Я с моим другим другом мы остались назад в отеле. I felt the Holy Spirit working inside me. И я чувствовал, что Дух Святой работает внутри меня. And I felt that this year is going to be different for me. Я чувствовал, что в этом году, вот этот год будет другой для меня. First week into this new year. И первая неделя в этом новом году. I came to church. Я пришел в церковь. This church. До этой церкви. And as I was praying, и когда я молился, a brother said, брат сказал, that he sees that there is one person here. Он видит, что здесь один человек, that has no hope. Который не имеет надежду. And I felt that he was speaking to me. Я чувствовал, что он говорил ко мне. And this brother said, и этот брат сказал, come to the front. Приходи вперед. And we'll pray for you. Мы за тебя помолимся. And of course, the devil, и, конечно, дьявол, starts sending thoughts. Начинает посылать мысли. What are people going to think? А что люди будут думать? What are you going to look like? А как ты будешь выглядеть? Are you sure this is the right thing? Чи действительно знаешь, что это правильная вещь? You're good in your own way. Тебе уже нормально в своем образе. And I said, devil, not today. И я сказал, дьявол, не сегодня. This year is going to be different. Вот этот год будет другой. So I come out. Так что я выхожу. The brother prayed for me. И брат за меня помолился. And he said, the Lord has delivered you. И он сказал, Господь тебя освободил. From all your addictions and bad habits. Все твои зависимости и плохие привычки. And since that day, и с того дня, instead of a decline, и нет, чтоб идти вниз, it was an incline, я и шел вверх, towards God. До Бога. And as a lot of the youth know, и как многие из молодежи знают, that this Wednesday, что в этой среды, which was yesterday, это было вчера, because of the fast my mind's not working. Именно за поста мой разум не так сильно работает. But we had a fire prayer. Но мы имели горячую молитву. God truly did His work there. И Бог действительно сделал свое дело. And I took this fast. И я взял вот этот пост. To get closer to God. Чтобы приблизиться к Богу. And so God was sending a confirmation. И также Бог посылал подтверждение. Because what I was praying for, потому что за то, что я именно молился, the things that I said to God was, вот те вещи, что я сказал Богу, они были. There's a lot of Christians on this earth. Есть многие верующие на этой земле. And I don't want to be just a regular Christian. И я не хочу просто быть обычным верующим. I want to be a person that, you know, that God does His work and His glory through me. Я хочу быть таким человеком, где Бог делает свое дело и прославляется через Его. And interestingly enough, и было так интересно, the first day of my fast, первый день в моем посте, as I'm praying, пока я молюсь, a Lord's prophet, Божий пророк, came up to me, подошел ко мне. I'll just give you a short summary of what she said. Я просто вам чуть-чуть коротко скажу, что она сказала. God said, Бог сказал, I chose you like the apostle Paul. Я избрал тебя как апостол Павла. Wherever you'll be praying, где ты будешь молиться, or reading the Bible, или читаешь Библию, you will feel my fire through you. Ты будешь чувствовать мой огонь через тебя. That wherever I will send you, и куда я тебя пошлю, through shipwrecks or trials, и через кораблекрушения или через испытания, you will deliver my word. Ты будешь посылать мое слово. And whoever saw you, и кто тебя увидит, and knows you, и знает, will say that that's a different person. Он будет говорить, что вот это есть иной человек, that's a new creation, который новотворение, created by God, сотворено Богом. And so what I just want to say, и что я хочу просто сказать, in conclusion, в заключение, whoever wants to share a testimony, кто хочет поделиться свидетельством, and the devil will give you the wrong thoughts, и дьявол будет посылать неправильные мысли, he will say, и он будет говорить, а что люди будут думать? Are you that good enough? Чи ты достойный? And of course, all people, и, конечно, все люди, have ups and downs. Вони имеют свої вершини і равнини.
But let's just give all that praise and glory to God. Давайте просто будем воздавать всю хвалу и славу к Богу. Amen.